Всем привет! Это видео будет разговорным. Я буду говорить, вы послушаете. Но это влоги, и хочется немножко чего-то рассказать. Как и почему, что у меня происходит. Случайность — это непознанная закономерность. Итак, запишу, наверное, сегодня все это в машине, потому что на улице ужасный ветер. Дома какое-то эхо непонятное, микрофона пока что нету, поэтому вот, чтобы получше было слышно. У многих в жизни, наверное, были ситуации, когда на первый взгляд казалось, ну, произошло, вот так вот как-то получилось. Но потом, спустя какое-то время, ты на это смотришь и понимаешь, что все, что не делается, или делается к лучшему, или делается так, как должно делаться. В общем, я хочу рассказать, почему именно Германия, почему там не другая страна, и как здесь оказались вообще в Германии. Года 3 назад мы решили поехать попутешествовать, и ну, думали Израиль, там, может, и Хорватия. И тут Олин, жены моей, одногруппник, пригласил нас с семьей к нему в гости. Он жил уже на данный момент с семьей в Германии. Мол, приезжайте в гости. Ну, давай, поехали. Приехали мы в Германию, покатались, посмотрели. Жил он тогда в городе Вернигероде. Это рядышком здесь с нами. Все впечатлило, все классно, интересно, красиво, шикарно. И как-то вот сидели мы, разговаривали там про планы на будущее, что чего. На данный момент тогда мы хотели переехать из Беларуси, скажем так, из-за климата. Как-то Германия, вот он говорит, а чего вы не попробуете в Германию? И вот 3 года назад был какой-то вот такой вот, просто во время разговора, а давайте попробуйте Германию. И мы начали пробовать, и вот благодаря тому, что мы просто вот решили поехать в гости, просто сидели после ужина, разговаривали, на данный момент сейчас вот тогда вот эта фраза «попробуйте Германию» нас привела сюда, где мы сейчас и находимся. Как-то вот такая история получилась интересная. Хочется сказать, что если вы решили что-то сделать, то попробуйте, сделайте. Ну, не получится, да, вы будете сожалеть, но лучше сожалеть о том, что вы попробовали и сделали. У вас не получилось, чем сожалеть о том, что вы вообще-то не попробовали. Ну вот так, благодаря вот поездке просто обычной в гости, разговору после ужина, и оказались мы в Германии. На этом видео, наверное, закончу, потому что это была такая короткая история причины, почему я здесь нахожусь, и всем до скорого!